Зачем этот клоп нападает на других насекомых? Для человека он не опасен, только пахнет не очень. Личинки огневки впервые встретились с этим клопом. Клоп атакует. Его ротовой аппарат приспособлен для прокола жертв. Огневка не может освободиться. Я ей помогу. Давайте-ка предложим клопу колорадского жука. Клоп изучает противника. Жук защищается, выделяя содержимое кишечника. Он делает так же, когда мы берем его в руки. Это не помогает. Клоп атакует. Клоп высасывает жертву, как мы, коктейль, через трубочку. Пытаюсь забрать жука. Не отдает. Серьезный хищник. Высосал жука полностью. Это клоп Падизус. Если выпустить его на поля с колорадским жуком, жуку явно не поздоровится. Но что же с бедной огневкой, которую я почти сразу же забрал у клопа? Вид у нее нездоровый. Интересно, что с ней будет дальше?